Приветик, мои подписчики! Сегодня будем мы готовить салатик из капусты пекинской, сыра, крабовых палочек, кукурузы. Поехали! Сначала я порежу капусточку. У меня, видите, какая она маленькая. Я люблю, когда более маленькие, не такие вот. А чем крупнее, она жилистей. Я буду использовать половинку капусты. Перелаживаем в салатник. Далее будем нарезать крабовые палочки. Дальше добавляем сюда консервированную кукурузу. Теперь берем майонез. Майонез у меня жирностью 67%. Сюда я выдавливаю зубчик чеснока. Это будет у нас заправка для салата. Хорошенько перемешиваем. Вот так. Смотрите, какой салат красивый такой. Желтенький, красненький, зелененький. Цвета красивые очень. И заправляем. Я люблю майонез с большим количеством процента жирности. Кто любит более-менее, есть 30% там низкокалорийный майонез. Можете использовать его, это на любителя уже. На вкус салата это не отразится. Так, и солим. Салатничек переложила и натру на мелкой терочке сверху сироп. Вот такой аппетитный, вкусный и красивый салат получился. Всем рекомендую приготовить по моему рецепту. Приятного аппетита и до скорых встреч, мои друзья!